Социальная гостиная – это новый формат общения с разными категориями граждан. Идея проведения была предложена региональным министерством социального развития. В Щелковском районе ее поддержали. На этот раз встреча состоялась с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья в Центре психолого-педагогической помощи «Янтарь». Подобные встречи Щелковское управление социальной защиты проводит раз в месяц. Здесь есть возможность задать вопрос и получить на него ответ, а также поделиться собственным опытом относительно определенной проблемы. Стоит отметить, жители весьма положительно отмечают сам формат проведения социальной гостиной. В непринужденной обстановке гораздо комфортнее обсуждать интересующие вопросы. Так, на встрече уделили внимание основам социального обслуживания граждан на основании действующего законодательства, а также о новых мобильных приложениях, работе низкопольных автобусах на маршрутах как района, так и за его пределами. Это неформальные встречи, на которых мы просто хотим донести ту информацию, которую имеем, которую люди не могли получить, может быть, через средства массовой информации, да, не всегда они доходят до нас, а в данном случае мы информируем население, это одна из форм. А кроме того, мы узнаем о тех проблемах, которые на сегодняшний день существуют в этих семьях. В ходе встречи сотрудники Центра «Янтарь» рассказали о положительной динамике разрешения определенных трудностей в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, обратившихся за помощью к психологам Центра. В 2017 году учреждение начало обслуживание таких семей. Всего же была оказана психолого-педагогическая помощь 50 детям. С некоторыми работа продолжается и сегодня. Конечно, главная наша задача – это чтобы в наш центр приходило побольше семей с детьми, которым мы рады, будем оказать профессиональную помощь и поддержку. Встреча очень полезна. Ну, это был первый наша попытка, так скажем. В следующем, может быть, примут участие другие мамочки, и у них возникнут какие-то другие вопросы. Но однозначно, что эти встречи очень нужны и необходимы. Как говорят, глаза – глаза. Социальную гостиную провели вот уже в третий раз. Ранее состоялась встреча с общественными организациями, а также многодетными семьями. В ближайшее время планируется проведение мероприятия в центре занятости, куда будут приглашены жители, имеющие проблемы с трудоустройством. Анна Балиет, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».